Ульяновск в майские праздники присоединился к всероссийской акции «Звезда героя». Ее участники выстроились в форме звезды возле стеллы «Ульяновск. Город трудовой доблести». Аналогичным образом в День Победы отметили и во многих других городах России. Студенты, школьники, волонтеры, активисты молодежных организаций выстраиваются в форме звезды героя и тем самым как бы почтят память участников Великой Отечественной войны. Мы не зря выбрали стеллу «Город трудовой доблести», потому что действительно у нас очень большой вклад был сделан в нашем регионе, да, в Великую Победу. Собственно, поэтому выбрали это место. В Ульяновске в акции приняли участие 100 человек. Это школьники, студенты, представители патриотических организаций и волонтеры. Собирая волонтеров именно на 9 мая, у нас был очень большой отклик. И очень сложно выбирать людей, потому что все хотят как-то маленьким кусочком притронуться вот к этой истории, потому что все прекрасно понимают, что, к сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше. И дети хотят сами узнать от ветеранов, что было, как было. По всей стране участники флешмоба исполнили песню «День Победы».